Чудодейственная сила меда известна каждому. Его можно есть натощак, из него делают маски, лечат раны. Причем делать это можно и сейчас. Кризис не повлиял на стоимость меда с пасеки Калашниковых. Он собран пчелами слугов Горного Алтая, Киргизии, Абхазии, Сочи. По своему составу может заменить любые чудодейственные лекарства. Я бы советовала всем мед с маточным молочком. Маточное молочко – это очень хороший иммунный стимулятор. Деткам, взрослым, можно беременным, кормящим – не страшно, это, наоборот, очень полезно. Кормящим улучшает очень хорошо лактацию. Это не аллергенный сорт меда. Также можно мед, липовый мед. Обычный, традиционный, всеми любимый липовый мед. Липовый мед является самым лучшим противопростудным средством. Деткам он рекомендуется от 3 до 6 лет. Как раз то, что нужно на зиму. Медовая ярмарка проходит во дворце спорта «Конус» с 10 до 19.00. Любой покупатель при приобретении килограмма того или иного меда обязательно получит столько же медового раздолья. Покупателям также предлагается расторопша в чистом виде мед с сырьей, так называемый мужской и женский мед. Уникальность представленных сортов, а их около 20, в том, что все витамины и минералы в их составе легко усваиваются организмом. Пасека Калашникова вообще работает уже более 12 лет, в Казахстане это 7 лет. Уже всем известно, самую первую мы начали. 4 основных пасеки – это Башкирия, Алтай, Киргизия и Воронеж. К вам уже давно ездим, раз в полгода приезжаем. Все нас знают, любят, ждут. Мед у нас акция очень хорошая. При покупке 1 килограмма любого сорта меда, килограмм цветочного меда в подарок. Также на ярмарке представлены конфитюры – совершенно новые предложения для актюбинцев. Причем традиционные экзотические и дикие ягоды, благодаря уникальной методике приготовления, можно хранить до 9 месяцев. Они приготовлены на основе фруктозы и на водяной бане, поэтому могут стать любимым лакомством даже диабетиков. Ярмарка продлится до 30 ноября и удивит покупателей приятными ценами.